Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка вот такой вот коробочки счастья, огромной коробки заказов Фаберлик по девятому каталогу. Здесь практически все новинки девятого каталога, давайте скорее приступать к распаковке. Сейчас коробочки нам приходят упакованные уже на складе, и это, с одной стороны, очень хорошо. Сейчас посмотрим, как здесь все упаковано. Мне уже не терпится, потому что я обожаю смотреть новиночки. И знаете, знаю, что это любите тоже делать вы. Уже хочется распаковать. Так, вот так здесь все у нас лежит. Купончики нам дают с этого каталога. Да, у меня, по-моему, здесь 7 штук. Заказ мой, девочки, на 50 баллов. По-моему, 51. Здесь очень много интересного. Поехали. Достаю в хаотичном порядке. И первое, что вижу, это краска Фаберлик. Эксперт Колор. Посмотрите, в каком состоянии она пришла. Это минусы того, что коробки собирают на складе. Как их транспортируют, непонятно. Посмотрите, вот если кто работает с клиентами, как вы отдадите такую краску? А никак. Вот один бок и коробки весь помятый. И прям что-то прям грустно мне уже. Но ладно, я не сильно придираюсь ни Вейвен, ни Фаберлик к этим моментам, потому что беру в основном для себя. Я взяла для себя две красочки в оттенке 8.1, я хотела взять 7.1, но ее не было. Я надеюсь, что и 8.1 возьмет, но кончики точно возьмет, они у меня светлые, на камеру не очень видно. Хочу немножко освежить волосики, у меня есть задумка, как круто покрасить, но пока для этого нет возможности и времени. Когда закончится пандемия, мы с вами обязательно какой-нибудь эксперимент с волосами проведем. А пока я взяла себе две упаковки краски. Артикул красочки 8.1-180-43. Я люблю эту краску за стойкость, за ее стойкий пепельный оттенок. Перепробовала миллион красок, уходя в пепел. И только это держит хорошо. Это закрашивает седину. Я ее обожаю, я ее уважаю. А волосы уже достаточно длинные и еще и густые, поэтому взяла две упаковки. Следующий продукт — это у нас новинка. Гель очищающий для туалета. У нас перевыпуск, не перевыпуск. Вроде и старый есть в каталогах, и добавили новый. Он у нас заявлен как чистота под контролем, инновационные технологии, изменение цвета. Обеспечит полный контроль за удалением загрязнений. Мы обязательно с вами проверим, как он работает. Артикул его 302-92, 7 в 1. Давайте пока посмотрим по отдушке, потому что прошлый был довольно удушающий. Ой, хлорочкой пахнет, девчонки. Приятная отдушка свежести, но я чувствую еще хлорочку. Ну ладно, хлорочка — это полбеды. Поехали дальше. Для дома еще Фаберлик Дом серия. Я взяла себе вот такой кондиционер. Это у нас орхидея. 2 в 1, ароматерапия. Орхидея и кашемир. Артикул этого кондиционера 118,50. Я уже повторяю покупку. Мне понравился аромат. Хоть новые кондиционеры делают белье не таким мягким, как делали его старые, но у них ярко выраженная отдушка. Я люблю ярко выраженную отдушку на белье. Так, дальше поехали. Я взяла вот такую из новиночек бейсболку для ребенка. Вроде в нормальном состоянии пришла. Артикул ее 620602. Написано, что это 100% хлопок. Приходит она, да, упакована у нас в такой пакетик. Мне показалась очень милая она для девчонок. Вообще потрясающая. А бейсболочка, вот как она выглядит. Блестящий козырек, блестящие ушки. И здесь как бы такие усики. И написано мяу, да. Сзади регулятор. Моей дочери 7 лет. И я думаю, в принципе, будет нормально. Это будет глубокая посадка. Вот уже видно, да? Не просто так вот чуть-чуть головку прикрыть. Это будет глубокая посадка, да? Я могу сейчас даже вам на себе примерить. Не, ну на меня-то, конечно, я погорячилась, но у меня достаточно большая голова. Я могу сказать, что это будет глубокая, довольно удобная посадка. И, мне кажется, подойдет на возраст от 6 до 10 лет, наверное, точно. Запас довольно большой. Бейсболочка красивая. Я уверена, что дочери понравится. Прям вот красивая-красивая. По качеству ничего, нареканий никаких нету. Кое-где ниточки, но это все не смертельно. Посмотрим, будет ли облизать козырек вот здесь вот по бокам, да, вот эта блестящая ткань. Так пока все прекрасно. Очень красивая, милая бейсболка. В следующем видео будем с вами снимать влог, тестить новинки и обязательно попрошу дочь, чтобы примерила эту бейсболку. Всю линеечку Smart Keratin заказала
из серии Salon Kia. Я вам уже говорила, что я обожаю именно умный кератин. В серии Salon Kia он крутой. Делает волосы ваши ухоженными, восстанавливает. Кончики как-то, знаете, становятся здоровее, что ли. Они почему-то круче укладываются, хорошо держат форму. Нравится. Давно не брала, потому что много шампуней присылали на затест, много куча всяких шампуней. Сейчас решила вернуться и думаю, зачем, господи, я буду мыть шампунями, которые мне не нравятся, свои волосы. У меня и так их мало осталось. Я буду брать действительно качественный продукт. Вот и взяла. Артикул, девчонки, шампуня 82,60, бальзама 82,61. Сейчас такая небольшая скидочка на эту линейку. Мне безумно нравится. Девчонки, если ищете качественный шампунь, если у вас убитые волосы, попробуйте умный кератин. И, конечно же, я взяла новиночку из этой линейки. Вот так она выглядит, умный кератин. Несмываемый мист-кондиционер, восстанавливающий и увлажняющий. Так. Артикул его 78-76, здесь 125 миллилитров. Я искренне надеюсь, что мне это средство понравится. Давайте попробуем с вами по аромату. Я даже сейчас распылю на волосики, как раз только голову помыла, они у меня слегка пушатся. Пахнет, как вся линейка «Умный кератин». Кто-то сравнивал этот запах с клопами, но таких было единицы. Мне нравится запах. Это какой-то салонный уход, знаете, такой запах вот тут распределила. Посмотрим. Но когда мы с вами будем красить волосики в одном из следующих видео, мы обязательно протестируем как следует и вот эту несмывашку. Я возлагаю на нее большие надежды, потому что шампунь из этой серии бальзам, они просто восхитительные. Подруга заказала у меня новинку прошлого каталога. Это гели для душа в аромате Iceland, Исландия, да? А у меня такой же есть. И мне очень понравился. Это, знаете, такой аромат унисекс, который, в принципе, подойдет и мужчинам, и женщинам. Здесь какой-то такой, знаете, морской бриз. Есть какая-то вот нотка, что ли, чуть-чуть шипровая, но не навязчивая, потому что я шипр вообще нигде не люблю. Здесь как бы все приятно, все гармонично. Артикул 17-19. Эти гели для душа вполне себе пенятся. Очень приятно с ними принимать душ, потому что ароматы раскрываются изумительно. То есть вот у меня к этой линейке вообще никаких нареканий нет, поэтому кто не пробовал, девчонки, берите, пробуйте. Далее, поехали. Вот в таком виде пришел лосьон, спрей для кожи головы от перхоти. Слава богу, тоже это мне, точнее моему мужу, потому что у него опять почему-то появляется периодически перхоть. Никак не можем подобрать уход. Артикул его, девчонки, 16,82. Мы повторяем покупку. Этот спрей уже у нас был, и он действительно избавил его за два применения. То есть один день он попшикал, второй за два применения от перхоти. Он работает. Говорят, если брать в совокупности всю систему, шампунь, вот этот спрей и еще там что-то у нас есть, то вообще персик. Поэтому повторила ему этот спрей. Дальше, девчонки. Я повторила тушь Glam Team. Я не смогла удержаться, хоть на нее нет скидки, но она будет в следующем каталоге. На эту тушь пришла вот такая вот открытая. Это не я сейчас сделала. Моя любимая тушь, потрясающая, просто с обалденной силиконовой кисточкой, которая делает мои ресницы просто до бровей. Сейчас у меня на глазах тушь из линейки Miss Cure коричневая, и она тоже восхитительная, безумно мне нравится, никаких комочков, идеальное разделение, удлинение, все. Но это просто восторг, и я вот возвращаюсь все-таки к ней, девчонки, я вам много раз ее показывала, это уже не новинка, пока открывать не буду. Хотя, почему не буду? Я буду только ей пользоваться, я теперь Miss Cure уберу. Вот. Как выглядит эта кисточка, силиконовая, ровная. И в составе здесь есть специальный гель, который позволяет вот создавать именно эффект нарощенных ресниц. Это очень круто, я ее обожаю. Артикул, девчонки, туши 52-48. Очень советую к ней присмотреться. Она будет здорово вести себя на глазках после снятия наращивания. Не могла пройти мимо новинки и взяла также Glam Team новиночка. Это наши новые лайнеры. Лайнеры для подводки. У меня в коричневом цвете артикул 57-89. Вот так он выглядит. Приходит запакованный в слюде. И сейчас мы обязательно с вами сделаем свотч. Можно даже попробовать слегка на глазках, как вообще этот цвет будет смотреться. Я искренне надеюсь, что этот коричневый не будет уходить в черный. Что он не настолько темный, потому что таких продуктов у меня много уже. Вообще задумка классная. Я ждала, что такие лайнеры появятся в Faberlic. И прям вот жду давно. Потому что Вейвен есть, а вот Faberlic вот этого, конечно, не хватало. Действительно, стойких, качественных средств для подводки. Девчонки, пока откроешь, пройдет полчаса.
Все, открыла. Вот он. Вот он, красавчик. Вот как он выглядит. Снимается колпачок, и мы видим очень похожий наконечник на подводку черную из линеечки Stay On. Вот она у меня была последний раз, классная. Давайте делать свотчи. Нет, девчонки, она уходит в черный. Коричневым тут практически и не пахнет. Жалко, я хотела посветлей. Сейчас я вам покажу сводчик поближе. Вот, девчонки, сводч. Вот как она сама выглядит. Фокус. Это подводка, да? Вот видите, она уходит в черный. А на темный будет смотреться на ваших глазках как черная. Я попробовала даже сейчас на глазах порисовать немножко. И у меня на глазах карандаш, который от Avon. Он тоже коричневый, он тоже уходит в черный. И, в принципе, один в один. Вот, да? Как вы думаете, у меня стрелка сейчас каким цветом нарисована? Коричневым. Хотелось посветлее, да? Но все равно такой продукт нужен. А вот это, я думаю, полный аналог Stay On, девчонки. Также рисует. Смотрите, можно и тоненько провести, и можно потолще. Когда проводишь тоненько, слегка улавливается коричневый подтон. Но если как следует прорисовывать стрелку, то это практически черный цвет, имейте в виду. Я все равно довольна, потому что мне подводка Stay On нравилась. А черный цвет классический я уже не люблю в стрелке. Поэтому, да, пусть будет неплохая. По стойкости, смотрите, давайте первый сводч с вами мы занем. Все. Все, трындец, как говорится, приехали. Сидит, как влитая. Поэтому я думаю, что это просто цветные подводочки, девочки, Stay On. Кто пробовал, это вот то же самое. Ну и поехали дальше. Сковорода, естественно. Знаете, не хотела брать, потому что думала, что она со съемной ручкой, она оказалась без съемной ручки. Ну, не знаю, мне кажется, слегка завышена цена, потому что, ну, за 1000 такую сковородочку можно купить. А она получилась 1333 и со скидкой 1100 с чем-то, по-моему, если мне не изменяет память. Я сейчас вам ее найду. Крышка. А сковорода где? Сковорода с антипригарным покрытием. Авокадо, девчонки, 24 сантиметра. Артикул 119,86. И она, получается, была 1800 у нас, да. А со скидкой 1333 получилось. Поэтому я считаю, что это дороговато, но мы обязательно с вами все протестим и поймем, на самом деле, дорого или нет. Она красивая. На самом деле она красивая. Здесь вот все написано. Инструкция вот такая. Я вам сейчас все покажу поближе. Диаметр и так далее. Почему не стала брать такой в бордо, да? Вроде говорят, на ней три слоя покрытия этого антипригарного. Потому что у меня вся кухня в оливковом цвете, да? И цвет авокадо подходит к моим приборам и так далее, как нельзя лучше. Поэтому взяла именно ее. Здесь подробная книжка по той посуде, которая у нас вообще предусмотрена в этой линейке. В следующем каталоге будут кастрюли, сотейники. Я тоже обязательно что-нибудь возьму, с вами посмотрим, протестируем. Вот в линейке авокадо будут кастрюльки тоже в таком цвете. Вообще это изумительно, девчонки. Здесь пока нет цен, поэтому показывать вам ничего не буду, смысла нету. Все уже можно увидеть в каталоге в следующем. У нас, получается, будет сотейник, глубокая сковорода и кастрюли. Я вот даже хотела бы, наверное, глубокую сковороду. Посмотрю, что возьму. Я почему-то думала в каталоге, вот на эту кнопку, что это у нас будет съемная ручка. Но не оправдались мои ожидания. Классическая сковорода, за исключением внутренней поверхности. Она вся шероховатая. Я вам сейчас это все поближе покажу вместе с крышечкой. Давайте достанем крышку. Крышка довольно громоздкая. И крышка у нас, девчонки, диаметр 24, 26, 28. Вот как. А артикул ее 910-014. Крышка приходит в пупырке. И плюс еще пакет. На крышке есть маркировка Faberlic Home. А крышки красивые, они очень здорово подходят к сковородам, потому что они выполнены тоже в темно-коричневом дизайне. Да, вот мне кажется, это тот же цвет, что и цвет новой подводки. И вот так это будет выглядеть. То есть самый последний минимальный размер у меня влез, и она сидит плотненько, и по краям, видите, как выступает. То есть, если я захочу вдруг взять сковороду побольше, эта крышка тоже подойдет. Это такой плотный, достаточно качественный силикон. Ручка тоже выполнена из силикона, так же, как и вот этот кружочек вокруг ручки. Давайте рассматривать поближе. Вот она, наша сковорода.
Вот такая просиликоненная тоже ручка. Я так люблю такой материал. Не хочется сразу пошкрябать. Вот книжечка к ней прикручена, да? И вот, девчонки, я хочу потом, наверное, вот такую взять, вот глубокую сковороду авокадо. Если крышки будут продаваться отдельно, крышку брать не буду, потому что она 28 сантиметров на 4 литра. Мне подойдет и эта крышка. Очень удобная, эргономичная. Вот крышечка силиконовая. За нее тоже, кстати, крайне приятно браться. Прям вот приятно. Сковороду крышкой вы уже не поцарапаете, в отличие от тех, которые в основном сейчас у многих дома, да, по окантовочке металлические. То есть тут вот все прекрасно сделано. Замечательная крышка, вообще замечательная. Стекло очень толстое, прям вот толстенное. Она, крышка тяжелее, чем сковорода, в несколько раз. Смотрите по внутреннему покрытию, видите, да? Видите, какое оно шершавое? Надо будет эту этикеточку потом... Или сейчас... О, хорошо отдирается. Уберем с вами. Вот. Мне больше всего вот этот оттеночек понравился. Здесь, видите, такой плавный переход от черного... Точнее, даже, наверное, это темно-коричневый, да, черного, к цвету авокадо, к оливковому цвету, не знаю. Вот, смотрите, дно. Вот как оно выглядит. Кстати, тут какие-то сколы есть, видите? Не знаю, говорят, так посуда вся приходит, я как-то не специалист. Вот, видите? А здесь вроде по периметру все нормально. Такая она темная. И многие говорят, кто брал голубые сковородочки Faberlic, что, конечно, лучше, когда она темная, потому что та была светлая, голубая, и она быстро пачкалась, это было видно, заметно. Девчонки, неплохая сковорода, мы обязательно в следующем влоге с вами попробуем без маслица на ней или блинчик, или яичничку, что-нибудь такое пожарить, протестим, посмотрим, как она будет работать без масла. Мне самой жутко интересно. Вот в таком состоянии мне пришла карбокситерапия, третий шаг, маска. У меня уже нет слов, девчонки. Вот весь край в коробке, который был с этой стороны, видите, все помято. Но это, слава богу, опять же, мне. В каталоге не было третьего шага от карбокситерапии. Был только первый, второй. Но, слава богу, он был на сайте, потому что мне эта система очень понравилась. Она круто работает на моем лице. У меня буквально осталось там на один раз. И я решила, что пора обновить. Видео о карбокситерапии у меня есть. Коробочка приходит вот здесь вот закрыта. Ножницы мои куда-то подевались. Закрыта она у нас скотчем. И здесь внутри два шага. Первый, второй и вот, собственно, масочка. Мне без маски не хотелось, потому что именно маска на моем лице работает круче всего, девчонки. И вот он, третий шаг. Вот эти три малышки мне безумно понравились. Я пока планирую брать их на постоянной основе и еженедельно, раз в неделю, применять для ухода за своим лицом, потому что, объясню, кожу нужно поддерживать в нормальном состоянии, особенно возрастную. А кислоты нам летом нельзя, они запрещены, если не хотите пигментных пятен. А вот эта система действует наподобие кислот, даже в некоторых моментах круче, да? Но ее можно, то есть из-за нее пигментных пятен не будет. Это, скажем так, щелочной уход. Видео в инфобоксе оставлю, ссылочку на видео, где тестила подробно карбокситерапию. Артикул первых двух шагов 0294, артикул маски 0295. Крутая, девчонки, система. Девочки мне даже в комментариях писали, что убирает темные круги под глазками. Знакомая у меня заказала себе мыло для кухни, две штучки. Я пока такие мыла не беру, я потому что сделала вывод, что они у меня сушат руки. Я пока не беру такие мыла именно для кухни. Это у нас земляника и весенние цветочки. Цветочки 118.00, а земляничка 112.13. Вообще мыло крутое. И запахи оно действительно убирает. Действительно убирает от рыбы, от чеснока. Руки потом помыть, доску разделочную. То есть оно работает, действительно работает. Но я пока на кухню ставлю мыло из линейки для крем, потому что у меня очень сохнет кутикула. Очень сохнут руки. А мыло неплохое. Также знакомая у меня заказала средство для очистки мытья стекол и зеркал. Здесь есть антизапотевание, девчонки. Артикул его 110.48. У меня есть это средство, и оно у меня уже больше года, то есть расход минимальный на окна, на зеркала. Можно брать такое средство, девочки, для машины. Оно очень круто работает. Я пробовала, советую. Расход минимальный, хватит надолго, цена сказочная. Что еще про него сказать? Запах забыла, давно свое не открывала. Запах приятный какой-то, отдушки такой парфюмерно-цветочный, что ли. Вот что-то такое. Вот.
Дозатор у меня не ломался в течение года, как бы все нормально. Хотя Фаберлик грешит этим, грешит, конечно. Так, и еще, девочки, одна новинка у нас с вами. Это вот такой вот браслет. Потому и не кусают, да? Браслет от комаров 100% натуральный ингредиент и до 72 часов защиты. Артикул 117-44. Способ применения. Отрезать верхнюю часть упаковки, надеть браслет на запястье или щиколотку, застегнуть кнопку так, чтобы браслет не прилегал плотно к коже. Браслет также можно закрепить на сумку, на шею, наверное, еще можно. Для усиления защитного действия можно использовать два браслета одновременно. На руку, на ногу, да, чтобы наверняка. Защита 7-10 дней. Здесь пакетик с зип-заглушкой. То есть мы его вскрыли. Я вам покажу. Хоть мы и не планируем в ближайшие дни надевать ребенку этот браслет, но я вам покажу. Зря, что ли, заказала. А пахнет приятно лимончиком, ментольчиком. Я прям ярко выраженный цитрус слышу, девчонки, но он очень ярко выраженный, прям вообще капец. Вот так он выглядит. Это что-то типа Эва, да, такой вот мягкий материал. И вот как бы все. Надеваем даже если взрослому на запястье. Мне кажется, моему ребенку будет он великоват, потому что мне будет на последнюю дырочку. Но если что, дырочку можно проколоть, это не проблема. Поносили, сходили на пикничок, на шашлычок, в лес за грибочками, сняли и убрали. Убрали. Зип, замочек застегнули как следует. Лежит до следующего выхода на зеленяк, как говорится. Говорят, не говорят, а написано даже, что детям до 3 лет нельзя, беременным и кормящим, а также аллергикам, потому что есть масло цитронеллы, которое может вызывать аллергию. Использовать только на открытом воздухе, под контролем взрослых и единовременно не более 8 часов. То есть, если вы куда-то дольше, чем на 8 часов на весь день выехали, 8 часов поносили, сняли, значит, он обладает какой-то токсичностью, что ли? Не знаю. Не знаю, девчонки, не знаю. Пришел новый каталог. Классный. Я уже листала его в интернете. Он классный. Там тоже есть много новиночек. Там классные скидки. Вообще потрясающий 10-й каталог. И подарок опять из серии «Дом» будет супер для новичков, девчонки. Просто супер. Кстати, кто не зарегистрирован еще в Фаберлик, ссылочка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я сразу с вами свяжусь. Буду вашим личным помощником на протяжении всего пути Фаберлик. Ну и на этом вот, в принципе, и все, девочки. В следующем влоге будем с вами краситься. Тестить не смывашку. Еще раз покажу вам, наверное, карбокситерапию. Пожарим на сковородке что-нибудь без маслица. Ну а пока я с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось или было интересным, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.